Вскоре мы дойдем до славной кульминации. Темнигру наконец полностью восстановит свои функции и приведет нас в мир демонов. В мир, где сила Спарды была запечатана. И тем, кто снимет это заклятие, будешь именно ты. Его собственный сын. Очевидно, это судьба. Эта женщина так беспокоит тебя? О чем это ты? Почему ты не убил ее? Возможно, потому что она твоя дочь, и мерзкая отцовская любовь встала на твоем пути. Это не твое. Для дальнейшего изучения темного искусства ты принес в жертву свою любимую жену. Чтобы вдобавок стать дьяволом. Зная это, я думал, ты будешь мне более полезен. Но я ошибся. Неудивительно, что твое обретение силы не завершено. А что насчет тебя? Ты ведь тоже неполноценное существо. Полукровка. В чьих жилах смешалась кровь человека и демона. Заткнись. Теперь, когда последняя дверь открыта, ты мне больше не нужен.
было быстро. Этот человек. Ты убил его? А что, если да? Давай. Я люблю быстрых женщин. Заткнись! Был одержим дьяволом! Так сильно, что убил свою жену! И приносил в жертву и невинных людей! Он самая мерзкая тварь из всех! И что хуже всего, этот грязный подонок, мой отец. Что ж, у нас есть нечто общее. Я тоже из неблагополучной семьи. Да что ты знаешь о семье? Ты демон. Это мой отец. Моя семья. И я должна была положить этому конец. Стрелять больше не будешь? В любом случае с ним покончено. Просто иди. Мне уже все равно. Семья, говоришь?